Недавно я видел сон. Я купался в океане, ко мне подплыла акула и сказала: «Сити, я знаю, что ты царь на земле, но сейчас ты в океане, парень. И ты бы поскорее бы уносил свою задницу отсюда и не шутил бы со мной». И тогда я посмотрел этой акуле в глаза и сказал: «Слушай меня, сука, тупорылый ты рыбась. Мне, конечно, говяжьи стейки больше по душе, но если ты не перестанешь выебываться, я из тебя сделаю стейк. И из косточек не оставлю даже нихуя, потому что я Супермен из Комптона и всегда им буду. А знаете что? Это еще мой ебаный подход!» Спасибо за помощь, Катя Фединчик, видео озвучено Вячеславом Бо специально для Плюшевой Бороды.